В Самаре прошел областной конкурс юных флористов-аранжировщиков. В этом году он посвящен Году литературы. Как оказалось, цветы и поэзия – вещи вполне совместимые. Участники из разных районов области продемонстрировали не только свои знания по цветоводству и флористике, но также почувствовали себя настоящими дизайнерами. Подробности в нашем сюжете. Подростковый романтизм и элементы готического стиля легли в основу образа участниц из команды «Спектр вдохновения». Современная поэзия дала волю фантазии. Тут и листья винограда, и живые цветы. Мы создавали этот костюм под впечатлением стихотворения, которое написала наша одноклассница. Потом родилась идея костюма. Тоже такой мрачный под стихотворение. Ну и все, собственно. Он как бы отображает наше подростковое видение того, как мы видим и чувствуем. Такое дерзкое, необычное. Непростое домашнее задание – создание сказочного образа по мотивам поэтических произведений – представили 10 команд из разных районов области. Вторым испытанием стало составление букетов любимым поэтам. Главная цель конкурса – привить детям любовь к природе и дать основы мастерства флористики. Во-первых, чтобы они любили природу, чтобы они умели чувствовать красоту ее, умели любили цветы. И не только любили, но и умели их выращивать и составлять из них прекрасные композиции. Очень много уже детей, которые когда-то начинали на первых конкурсах, уже стали флористами. Областной конкурс проводится уже 20-й раз. Победители представят свои работы на тематической выставке в Москве. Екатерина Алексеева, Александр Дмитриев. Новости губернии.